другой категории тренингов. Он закрывает следующую квалификацию, у него открывается доступ к следующей категории тренингов. Он это может делать в удобное для себя время. А если, допустим, он же идет на Дальнем Востоке, или в Аргентине, или в Америке, да, и ты в это время спишь, а у него день, ты можешь его обучать? Через нет. Интернет. А вот в системе он может легко пользоваться. И таким образом, если человек кровопийца, иди смотри там. То есть ты избавил себя от кровопийца. А тот человек, который воспользуется этим уроком и приложил усилия, 100% он получает результат. Таким образом, ты получаешь мотивированных людей, которые самообучаются, ну, зависимо от тебя. Но это намного меньше нагрузка, чем та, которая сейчас есть у тебя. То есть это все в системе. И тут невозможно сделать так, чтобы сказал человек, что у меня люди не приходят. Это невозможно. Вот этот вот тренинг, как пригласить людей. Я там по пунктикам говорю, что сделать по пунктам. Если человек выполнит все эти пункты, сделает, 100% люди будут приходить. Иди посмотри, если у тебя люди не приходят, оп, урок вот этот будет. Если у тебя люди не включаются, урок вот этот. Вот такая система. Снимает проблему. Смотрите, мы сняли проблему по поводу продаж, потому что, ну вот, сэр сидит, да? Да, в первый месяц сколько у тебя продаж произошло? В первом месяце я, по-моему, уделил-то 2 часа буквально. Я не занимался бизнесом. Нет, давай так. У тебя просто был этап осознание бизнеса. Да, был такой этап. Когда начал пользоваться системой, у меня вот в третий месяц произошло. В первый месяц сколько чего ты сделал и что ты делал в первый месяц? Я 2 людей подключил, 9 тысяч заработал. А заработал на чем? От сети просто. Я ничего не продал, что ли? Ничего не продал? Не продал. Люди сколько положили? Что-то по 30 тысяч, по-моему, они купили товар. Им понравилась большие система, пакеты, они лидерские включились. Они увидели, включили. Так, второй месяц что ты делал? Второй месяц я уже стал приглашать знакомых по списку. В систему? Да, через систему все. А систему продаж запустил? Второй месяц нет, еще не запустил. Тоже не запустил. Продукт я продал что-то... сколько-нибудь? Да что-то три продукта я продал. Три продукта. Но мне на третий месяц. Второй месяц сколько ты делал? 30-ку я сделал во втором месяце. 30 тысяч? Да, потому что люди вот проходили. И на третий месяц что ты начал делать? Я отладил на автомате продажи, тренинги посмотрел, применил. У меня 250 тысяч вышло в месяц. Так, подожди, 250 тысяч. Продаж сколько у тебя произошло? Ты настроил систему продаж? Да. Вот эти системы тебе дала сколько продаж? 150 единиц в месяц. 150. На третий месяц он применил систему, и система ему дала 150 продаж. Я правильно понимаю, что продаете систему? Нет. Нет, это просто инструмент. Нет, я это не продаю. Это, знаете, сюда сколько вложен денег? Около миллиона. Я это не продаю. А зачем? Это же система, которая... Это печатный станок. Конечно. А смотрите, к чему все приходит. Когда человек приходит, тебе достаточно научить его пользоваться системой. Не то, что чему ты сейчас это учишь их, а пользоваться вот этой системой. Все. Это снимает много вопросов. Что нужно, чтобы это работало? Вот что нужно, чтобы это работало? Нужен определенный продукт. Все продукты не подойдут. Определенный продукт нужен, который будут люди покупать через интернет. Ну, в общем-то, вот с этим остаточный доход можно сделать не через 3, 5, 10 лет, а через 3, 5 месяцев. Если вот этим заняться, да, то это раз в 10 сжимает время. Смысл в чем? Есть подобные системы. Их есть несколько. Вот точно такой же нет системы. Потому что есть системы, допустим, там не поставлена система продаж, например. Ну, есть такие фишечки, такие разные, да, то есть, ну, люди уже понимают. Несколько, я знаю, около 5, да, интернет-систем. Но чтобы вот так поставлена система была, чтобы и продажи, система продаж была поставлена, и система рекрутинга поставлена, нет такой системы больше в России.
вот и весь бизнес. Результат. Я говорю, вот результат. 250 единиц, вот на это я потратил 10 часов. 250 единиц продукции. В деньгах это где-то около 130-120-130 тысяч. Чистый доход, я имею в виду. Не товарооборот, а чистый доход. Я на это потратил 10 часов времени. То есть 1 час сколько стоит? 1 час получается 13 тысяч. Час 13 тысяч стоит. Так. Ну да. Вот здесь я узнал, что значит сетевой маркетинг. Потому что 99% людей, они устраиваются на работу в сетевом маркетинге. И потом это очень делать очень тяжело. Здесь делать очень легко. Подходит к любому человеку. Может повторить даже школьник. Ну что мы еще сделали? То есть у нас есть вебинар каждый день. Да, он длится 30 минут. Мы учим людей четырехшаговой системе. То есть, когда человек пришел, мы ему показываем приглашение. То есть, наше приглашение занимает 1.5 минуты. Вот как вы считаете, кому доступно выучить приглашение, изучить приглашение 1.5 минуты? Кому это доступно? 20 секунд, я понимаю. Это весь разговор 1.5 минуты. Я говорю максимум. Кому это доступно? Всем. Любой человек может выучить 1.5 минуты. Если он не выучит, он просто не подходит для бизнеса. Однозначно. Ваша задача научить человека приглашению 1.5 минуты. Первый шаг. Второй шаг – вебинар. Вебинары результативные. Они дают не меньше, чем 30% выхлопа. О чем это говорит? 10 человек там сидят. Я не говорю продажи, я говорю включение. Если 10 человек сидят на вебинаре, трое у тебя включаются. Ну, сами в деньги превратите это. Вот. Второй шаг работает, работает лидер. То есть он доносит твоему человеку информацию, он за тебя продает тебе продукт, и он за тебя включает тебе человека. Это второй шаг. Во время второго шага человек просто присутствует на этом вебинаре, да, и участвует. Если там какие-то есть вопросы, он отвечает. Третий шаг. После вебинара он задает вопрос, не мотивирует, не объясняет, ничего не продает. Он говорит, что тебе интересно, продукт или бизнес или ничего. Если продукт, подъезжай, забирай продукт. То есть он уже продал. То есть его задача просто забрать деньги. Если человек говорит, меня интересует бизнес. Вот представьте, человека научить завершать сделку. Это борьба с возражением, это мама дорогая. Здесь его задача соединить человека со спонсором, который умеет завершать сделки, и у него нет проблем с возражением. Таким образом, вот по этой схеме, чтобы прийти к какому-то остаточному доходу, чтобы немножко вздохнуть и чтобы не считать копейки, тебе нужно 2 года. По этой схеме, которую я вам показываю, 3-4 месяца. 3-4 месяца. Есть разница? Все, да? Ну, вот и все. Вот и все. Начало положено. Угу. Вопрос. Система применима не только к той компании, которую вы сейчас продвигаете. Система можно применить ее к любой компании. Есть, но есть нюансы. Там есть нюансы. Продукт должен, должен быть продаваемым через интернет. Если, допустим, это пищевые добавки, это не катит. Потому что их нельзя рекламировать. Если это косметика, это не катит. Потому что ее миллионы, это просто не будет работать. Продукт должен быть раскрученным на всю Россию, чтобы он через интернет продавался. Или он должен быть востребован сумасшедшим образом. Вот у нас есть продукт, с которым это можно делать. И есть, каким компаниям приспособить эту систему. Но не везде это будет работать. Не со всей компанией. Но приспособить можно. Но она стоит 1 миллион. И вот то, чтобы это было, мы потратили на это где-то 1.5-2 года. Поэтому это готово. Да? То есть это печатный станок практически. Который просто печатает. Кому они нужны, конечно. Потому что не только за деньгами люди приходят в сетевой маркетинг. Кто-то приходит выйти замуж.
кто-то найти жену, кто-то потусоваться, кто-то кровью попить. Ну разные есть люди. Кто-то убедится, что это вообще фигня, это сетевой маркетинг. По разным причинам приходят люди. Мне лично интересен результат. Я пришел, мне интересует конкретный эквивалент. Я делаю то, что мне нравится, но я хотел бы, чтобы это еще оплачивало. Так, сколько у нас заняло это времени? 15-16. У нас, естественно, время ограничено. Вот, я вам ничего не говорил про компанию, потому что считаю, что это неправильно было бы сейчас вас рекрутировать. Вот, я вам показал систему, с которой вы можете сделать деньги. Если вам будет интересно, с каким продуктом эта система работает и почему с этим продуктом система работает, вот, и все остальные тонкости, да, с кем мы сотрудничаем, вы можете прийти на отдельную встречу, она будет во сколько? Через 40 минут. Через 40 минут. И там узнать вот об этих вещах. Но это уже как бы ваше право, пойти туда или не пойти туда. Куда пойти? На встречу, здесь? Где будет показано. А где встреча? Встреча будет здесь. Будет что показано? Будет показан продукт, будут показаны результаты по этому продукту, и будет показано, почему его покупают через интернет, и почему это возможно, вот такое количество делать продаж. Вот. А вторая часть будет показана, сколько с этим можно сделать денег. То есть там встреча займет, я думаю, 35-40 минут. Вот. Если какие-то есть вопросы, я готов ответить на них. У нас еще минут 10. А стоимость спрашивал немножко. Стоимость чего? Обслуживание этой. Ну вот, для нас, наверное, кто пользуется. Стоимость чего? $70 в год. Тут там есть несколько вариантов. То есть если человек. В общем-то, вы здесь получаете готовый личный. Это ваш личный сайт, домен второго уровня. Вот. То есть, естественно, система потребляет и сейчас много денег, потому что присоединена туда и вебинарная комната, потом программисты постоянно доделываются, совершенствуют. То есть она жрет бабки, она жрет деньги, эта система. Но это все оплачивается, то есть, ну, окупается. Стоимость использования, ну, это смешно, $10 в месяц. Вот. Если это брать годовым абонементом, то получается по $6 в месяц. Ну, смешные деньги. Потому что если посчитать, если выйти вот на так, даже вот на это, если выйти, то это будет уже просто мизер. Даже если на 30 продаж выйти, это уже будет мизер. То есть это все окупается. Не, мы эту систему даем людям, которые включаются в бизнес. Да. А зачем мне это? Ну, сказать, что вы я, конечно, демократ. Да, я могу дать там параллельные ветки, то есть я могу это делать, потому что мне это нравится. Сегодня я проводил тренинг в другую компанию. Я не брал за это деньги, я от этого удовольствие получаю. Но чтобы это делать постоянно, это глупо, правильно? Я готов помогать людям, но чтобы постоянно, это уже я в идиота превращусь просто. Поэтому, хочешь, да, вот, пожалуйста, заходи, я тебе покажу, расскажу, и будешь с монетой, и все дела. Другими словами, мы не продали свой бизнес. А? Другими словами, мы сейчас не продали свой бизнес. Я не продавал свой бизнес, я показал, я сейчас вам показал систему, которая облегчает, в сотни раз облегчает труд дистрибьютора, избавляет его от дерьма и приближает, то есть сжимает время. Вместо 5 лет, да, ты 4-5 месяцев имеешь тот же самый результат. Ну, как же бизнес-отношения же нравится? Это бизнес-отношения. Да, получается, согласен. Общение ноль. Почему ноль? Вот смотрите. Вот я сейчас проживаю в Пензе. Вот сейчас я проживаю. Сам родился, вырос в Самаре. Но сейчас, ну, мне так захотелось, в Пензе. Вот. А сейчас нахожусь в Саратове. А вот сейчас люди приехали уже с городов, с других. Кто приехал с других городов? С каких городов? Челябинск. Челябинск. Переславль-Залесск.
И слава Богу. И вот вам, пожалуйста, из глаза в глаза. Сейчас мы проведем 2 дня, они будут очень насыщены. Вот после этих 2 дней люди уедут с другим пониманием, с другим видением, с другими инструментами. И мы это делаем периодически. Обязательно мы встречаемся, без этого нельзя. Это же получится как в танке, да? То есть они через интернет там играют и ушел в реальность. Зачем? Виртуальную реальность, ушел. Не, зачем? Мы же люди. Нам надо тусануться, потанцевать, покупаться, там песни попеть, тудым-сюдым, да? Коньяку попить, там опытом поделиться. Так, нет, мы же люди. Да. Сейчас вообще дефицит общения, правильно? Кто в ящике, кто там в этом, кто в интернет залез. И дефицит общения. Поэтому мы обязательно встречаемся. Вот еще, да. Вадим, вот из того, что сказали, я понял, что идет продвижение через соцсети. Правильно? По поводу как продвижения. Просто смотри, идет продвижение, сейчас тебе... Вот мы делаем как бы основа, у нас есть 5 потоков, да, то есть мы людям показываем, как запустить 5 потоков. Там есть 1 поток через соцсети, то есть показываем, как записать ролик продающий, да, как выглядит, что сказать, сколько он длится, как его записать, чтобы он был продающий, чтобы люди реагировали на него. Это входящий, правильно? Да. Здесь работа идет с входящим или с исходящим? Сюда выкладывается в тренинге потом. Нет, я понял. Входящий. Однозначно. То есть, может, там способов 1 000 000 есть, но мы настаиваем на 5. То есть 5 сделай, а потом изобретай. Но 5 должно у тебя быть. Вот. Один из них, к примеру, через рекламу. Контекст. Да, через контекстную рекламу. Определенным образом настраивается она. Вот, и человек заходит на рекрутинговую страничку. Какой контекст вы используете? Весь? У нас наиболее продвинутый это Яндекс и Google. Ну да. То есть оба контекста вы используете. Кто как? Кто как? Я тебе могу сказать, вот ну вот Дина, да, настроила она приглашение через Яндекс. А? У каждого свой текст. Вот ее текст, ты на сколько его включаешь? Если я включаю на час, регистрируется 6 человек. Вот смотри, зачем ей 100 человек зарегистрировать? Вот при ее раскладе, при ее статистике. Если, допустим, ей нужно 10 человек приглашенных, она должна свою рекламу включить на 2 часа. Она заходит на свою рекламу, включает ее на 2 часа, у нее 10 зарегистрированных. На вебинар. Да? Да, ну это статистика, там уже математика пошла. Но в принципе, это один канал. Допустим, можно же, допустим, приглашение записать на видео. И периодически его через соцсети. То есть, чтобы твой клон работал за тебя. Еще один канал. Ну и 5 каналов, короче, основных. Вы сейчас раскроете эти 5 каналов? Я... Зачем? Ну давай начнем с того, чтобы вот один канал раскрыть, порядка 40 минут надо, как минимум. Нет, в моем понимании раскрыть, но сейчас это соцсети. Это все фигня, это верхушка. Сейчас ты верхушек нашибаешь и все. Там же есть нюансы, детали. То есть один канал раскрыть это 40 минут. Чтобы раскрыть 5 каналов, это 50 минут. Ну вот, Михаил, 1 000 000 за год только через соцсети. Вот. То есть каждый будет проводить спецтренинг на обучении в субботу. Что ты сделал? Какой результат? Да, я заработал 1 000 000 рублей за 1 год через соцсети. То есть на чем? Видеоуроки записывал. На чем? На каком? Продукт. На нашем продукте. А ты вообще сколько в бизнесе? 1,5 года. 1,5 года. За год ты сделал 1 000 000, да? Да. Ну мне это не удивляет. 1 000 000 сделал. А мы с тобой какой раз видимся? Первый раз. Ну представляешь, что я его никогда не мотивировал, да? Потому что виделись первый раз. Почему? По интернету есть. А вы заметили, что когда я провожу вебинар, там нет вообще мотивации? Нет, да. Есть. Человек, она скрытая, она очень сильная, скрытая. Я вообще не мотивирую людей. Да. Мне настолько надоело, что я пересмотрел свое отношение к ним. Я просто даю повод, чтобы человек мотивированный сам проигрался. Понятно.
проявляется. И тогда люди заходят к тебе в бизнес совершенно другие, с другим отношением. И не надо делать то, что, ну, вот это фигни не надо делать. То, что съедает очень много энергии, потом у некоторых людей даже руки не поднимаются на сетевом маркетинге. То есть это исключает вот этих людей, пиявок. Вот и все. Есть еще вопросы? Ну все, тогда закончили. Добро пожаловать. Ну, я использую все с умом. Кому интересно, заходите на нашу вторую встречу. Будет классно, кстати. Благодарю вас.